Всем привет, друзья! Сегодня давайте пройдем начальный курс обучения полетели. Ссылочку на данную игру можете скачать, ссылочку и регистрацию пройти. Будет ссылочка под видео на канале. Приветствуем вас в первой миссии начального курса обучения. Здесь вы узнаете об основах ведения воздушного боя. Чтобы управлять самолетом в режиме прицеливания мышью, вам достаточно указать курсором место, в которое самолет должен лететь. Наведите курсором. Да, именно так. Да, именно так. Долетите до отмеченной точки маршрута. Увеличьте мощность двигателя, чтобы лететь быстрее. Увеличьте мощность до 100%. Снизьте мощность двигателя, чтобы лететь медленнее. В левом верхнем углу экрана вы можете видеть текущую скорость самолета. Чуть выше скорости отображается текущая мощность двигателя в процентах. Как вы видите, скорость самолета зависит от мощности двигателя. Понижайте мощность, когда хотите замедлить полет, и увеличивайте, если нужно лететь быстрее. Увеличивайте мощность, пока не включится форсаж. Удерживайте кнопку, чтобы самолет продолжал лететь на форсаже. Форсаж позволяет двигаться с максимальной скоростью. У каждой миссии есть цели и задачи, которые нужно выполнить, чтобы выиграть. Нажмите и удерживайте кнопку тактической карты, чтобы увидеть список текущих, выполненных и проваленных заданий. Перед вами появился первый враг — аэростат. Он практически неподвижен. Чтобы уничтожить неподвижный объект, вам достаточно навести на него прицел и выстрелить. Нажмите кнопку стрельбы, чтобы уничтожить аэростат. Теперь вам предстоит уничтожить подвижный объект — вражеский самолет. Перед самолетом противника вы можете видеть небольшую отметку. Это маркер упреждения. Чтобы попасть по цели, теперь ваш самолет начал разворачиваться на цель. Вам нужно навести прицел самолета на маркер упреждения. Прицел и маркер упреждения сошлись. Время стрелять. Отлично, цель уничтожена. Потренируйтесь на паре вражеских самолетов. Превосходно, самолеты противников сбиты. В боях вы часто будете сталкиваться с наземной техникой противника. Также нередко будет появляться счетчик наземной техники. Он показывает количество вражеской техники, которое нужно уничтожить, чтобы выиграть. Вернитесь в первоначальный вид. Пулеметы и пушки отлично подходят для поражения легких, слабо бронированных целей. Теперь вам нужно отвернуть от земли. Чтобы быстро сменить курс самолета, подведите курсор к краю экрана и удерживайте его там, пока самолет не окончен. Последний вражеский юнит уничтожен. Вы победили. Ваше обучение окончено. Теперь вы готовы отправиться в бой. Так что вот, ребята, прошли первый курс обучения в Warhammer. Подписывайтесь на канал, ссылка на данную игру будет под видео на канале. Скачивайте, регистрируйтесь. Полетаем, погоняем. Подписывайтесь на канал, группу. Всем удачных полетов, покатушек, пока-пока.